сетов, на самом деле. Ну да, типа, у него и так слишком дохера сетов. Я решил на моего любимого с пиратом Санкинга взять. Ой, вот с Санкингом реально проблемы мало. Так, ладно, я планировал идти в легенькую в линию, да, вот я тогда вот такой сертифакт возьму и такие вот. Такую штуку, такое, такое, такие, такое. Гайс, а тангусиков даст, может быть, кто? Я уже ушел. Мне парочка буквально. О, фак. О, фак, спасибо. О, фак, о, фак. Сейчас вот смотрят, наверное, англоязычные гости и вот это вот. Да. Я успею передернуть до крипов? Да, да. Я ничем себе не отказываю. Так, Скайрат. Не, ну трипла у вас хорошая, в принципе. Главное мне не закинуть. Хотя что там Фурион, ёпты. Сейчас я ему объясню. Ну да, ты на хусике, ты вообще изи. Я с хедреской, ты чё, сейчас ему так надаю. Ты что думаешь, я просто так её взял, что ли? Не. Я видел синего внизу. О, проблема у него. И дазл в цене, а сюда была. Ты прям сразу решил, да? Не, солринг. Ну правильно, чё ты не стоит? О, здорово, ребят. По-моему, ему не понравилось вот то, что произошло. Управляющий переагрился. Так, а по-моему... Фак, пойдёшь сюда со мной? Побольше генов, чем пойду, бак. Конечно. Так у меня второй скилл, не забывай. Гайс, смотри, она поднимается такая глупая. Гайс, а снизу Фурионов гэнджить будешь? А то я... Ты же можешь её прохарасить с магией. Я прохарасил, не ебал, разбил, я ушел. Ну, хорошо. К вам войд идет справа. Понял. Я ухожу, фак. Хорошо. А я баш получил. О, ну ты и уйдешь. Нет, здесь я... Не, не уйду. Еще потратил фласку, ах, короче. Ах! Что творит этот Фурион? По-моему, это загул, нет? Да-да-да, есть такое. А у неё МП есть. А возвраточка будет? Нет. Пока я первый уровень. Гайс, ну, в общем-то, если там у кого желание будет сделать ганг-банк... Я а что, готов. У тебя проблемы с Фурионом? Не, ну я стою такой по таврам бью, а должен его бить, убивать. Так принеси себе фласочку. Не, я не из этих. Я сейчас меку на пятый принесу. Сейчас хотя бы бактер себе донесу, и все, и грязь буду делать. Так-то большой армор, большая ответственность. Да. Это ты правильно. Так, а что там? Войды, Санкинги. Короче, мне покс на их чаров. Только войд неприятен немного. Да что ж ты будешь делать? Ну дай хоть твоих пофармлю пеньков. Лол, и они сломались! Вот же грязь. Ой, хорошо. Грязь, я в пути. Давай. Блядь, Митя, у нас больше. Уже двое тут, а не трое. Мы не и можем... И портфель успеть. У него больше. Да, блядь. Опа. Чё, Андрей, разминаю его потихоньку? Потихоньку? А я сразу его, я быстро разминаю, как правило. Хорошо. Так, курицу перевязайте, гайс. Че, никому не нужна, я бы обузнул. Вас. Бах. Митяй был. Хорош. Ебучая катапульта приехала. Не идет, да? Не идет, я понимаю. Бывает. Так, Иван, а что делать, если он прилетит и мне разобьет лицо сейчас? Ну, я не знаю. Я постою, потом получаю так. Давай. Конечно, заебись. Давай, сука. Не тебе, ну я не помощник. Ну все, он твой. Нет.
Он Ой, горит там сильно, у него три этих. Еще тычку, ему он сдохнет. Хотя у него фласка еще есть. Слушай, а фласка я не шутил, да, там. Ага! Типи аут. Ну, нормально, он видишь, как много потерял. Хотя, если бы я прокачал свои стрелы сраные на 3, я бы жил. Ладно, все в порядке. Все в порядке. Чуешь, Иван? Да-да-да, чую. Так, и бах, ну все, я готов в одинца ему объяснять теперь. Ну все, я ушел. Давай, я вот арморчик прожимаю, и все. Че, где ваши друзья снизу? Все трое тут были. Угу. А не, слушай, я отведу и потом отведу. Обходит, наверное, сейчас нас. Как обычно. За рун. А, руну инвиза взяли в смоке внизу. Понял. Вот, блядь, достало. Иван, сейф. Блядская ЦМ. Иван, а ты отвел? Блядские вороты. Понял. Блядский стан. Да. Конечно, у нее там опять бэктрек пару раз. Вы на самые нужные тычки. Да. Блядь, сраный Грейв, сраный ТП-аут, блядские уроды. Как-то не вовремя по Тауэр полез. Ну да ладно. Ну да ладно. А, это мидерное уёбище пришел ко мне. Не знаю, я его убил 2 раза. Он ушел. И он, значит, на горяченькое решил прийти, да? Ладно, ладно, хорошо. Я запомнил. Нормально, Иван. Ну а чё, хули она? Чё, буду пятым, буду рассказывать. Блин, хотел меку на пятый, закинул 2 раза, как мудак. Просто больше она не подойдет. Похоже на то. Вот сейчас стой аккуратней. Кстати, я тут подумал, очень даже хорошо я втерплю в этих героев, потому что да, золото физ дамаг. Баш, я просто думал, с первого удара. Будет. Не, ну это нет, невозможно. Нет, это не спортивные, я хуй знает. Посмотри на них. 4 героя. Да. В общем, Сенкинг смог и все. Ладно, парни, сейчас подключусь скоро. Ну давай, Андрей. Давай, фак, сейчас. Крипов начну добивать только. Тавр еще пару плюшечек получу, и все, нормально. Да ёб твою мать, что же вы не добываетесь-то, крипы-то сраные. Вот, сразу начали добиваться. Хорошо. О, сейчас сработало, удивительно. Почему, когда надо, не работает? Сэнкинг четверка. Мека. Обойдет сейчас нас. Бегать ему нет? Ну блин, нам не хватает Ивана. У нас трипла. Пошли это вниз с ноги. Да, все. Давай. Бля, полевано немного. Ну такое. Сейчас опять к нам пришли. Чекну. Там все лоу. Я тогда, парни, ради вас тавр заберу. Такие, например. Да он охуел. Что он делает-то? О-о-о. Да кто фуру меня закрыл? Нету Гримса. Да иди-ка ты нахуй. Ребят, что это за блядский дазл пришел ко мне? А, ну хотя бы тавр он не динает. Вот кого-кого, а его не ждал. Пошел он в жопу. Все, парни, я готов идти вниз, у меня есть мека, все здорово. Чё? Такое? А не вернешь? А, не понял. Нет. Я бегу снова вниз. Ну что это такое? Похоже на купол. И го тавр. Пока на кураже.
После убийства. Фак, это мой, фак, очень надо. Спасибо тебе большое. Пожалуйста, раз надо, значит надо. Так, теперь я с ботинком. Опа. Ботиночек. С ботинком, да? Я да, с да, стафом да. Там уже. Да, я, ну, а чего? А мне один крип до ульты. О, мне что ли пофидить на топе нельзя? Ну, проблемы в центре. Нет, только... Минус армор, пати, идите нахуй. А, это фак. Со смока вышел, такое вообще не очень. Фак, ну мы здесь тувер забираем. Да-да, конечно. Да, центр горит. Будет еще кто-то? Может, это мне куда же? Я бегу, далеко. Фак, ну у тебя фласка есть. Я ножками бегу, у нас есть этот, 4 центр. Но проблемы. Фак, а тангусик дашь мне, бро? Тангус дам. Не-не, дефин мид. Глиф нажал. Давай, сейчас. Погнали, погнали. Повернули-то. А ты кто? А ты кто такой, сука? И тавр заденайл. Так, ну и все, и на меде тавр теперь ломаем. Тавр съел и нахуй сел, все успел. Че-то у тебя вот очень много шуток про хуй, Митяй. Ты в общаге еще живешь? Да. Блять, почему я в голосину с этого, я не знаю. Просто... Я просто, наверное, не те фильмы смотрел, блин, как... А ты такие... Не-не-не-не-не. Вот это ты хорошо спалился. Ну-ка, Иван, знаешь песню «Голубая луна»? Сейчас, может, гляжу. Опа. А хорошо. Хуй ты меня убьешь, мудила? Правильную цель выбрал. Давайте весь ДПС. Я сделал урну. Сейчас Арис. Цемку, еще цемку, цемку. Сейчас, сейчас. Давай. Сюда. Меня, кстати, убили. Так, цемочка, здравствуйте. Годлайк, да ну. Это ты с нами прошлую играл, молодой человек? Ну я не старался, а тут я понял, с кем я играю. Надо, наверное, правильно. Что-то делать. А мне это зачем? Уровну. Ну, спасибо, в любом случае. Так, это и Блейдмейл еще себе возьму. Неужели я транквил купился и все, быстро бегу. Поехали катку делать. Сейчас буду предлагать два стула молодым людям. А ты на ком? Я на хусике. А, на хускаре. Ну да, так и может предложить. Ты поможешь мою забрать. Что-то опять про хуи, нет? Там только одна часть про хуи. Смотри, какие стулья. Выкладывай что-нибудь, мандам. Действительно. О, забирай. Если надо ульта, кричите. Сейчас еще регенчик появится. Ой, блять, хорошо, то как будет. Хотя что же это армлет не собрал? Ай-яй-яй, dance in trance, godlike. Ну го убьем где-нибудь кого-нибудь. Да я вот, уже давно ищу. На топе, го френа. Пойдем. Все, я беспалевно это поделаю. Только тут. Так вот, двоих убьем. Подожди, подожди, чуть фейкер. Я готов. Я более чем готов. Чай. Угу. Угу, сейчас. Вот именно, домой, сука. Домой, хохлы. Духа своего забери. Чё, я почти с Бэтмейлом. Я тоже почти. А ты тоже по этой строте? Ну да, урна, ПТ, Вангард, Бэтмейл. Урна, ПТ, Вангварда, только фейзы вижу, Вангварда не вижу. Ну, урна есть, так-то не спиздил. Ну, я сегодня уже играл через... Так, ну цемку вижен дайте какой-нибудь. Фейзы, ПТ и норм. Даггер давай, о, тебя же просят. Всё. О, все. 40. О, друг. Больно, больно, больно. Так, ну... Не больно. Нормально, нормально, нормально. Он перед тобой демонстративно начал кастовать ульту. Опа, опа! Блять. Блять.
Короче, а нужен ли мне вообще этот сраный... Да нахуел. Не, нахер, я не буду Blade Mail брать. Я лучше себе Баклер возьму второй. Как раз у меня этот Ironwood Branch есть в наличии. А у меня там и Dagger скоро, зашибись. Так, вот это... Да, блядь, я еще один Баклер возьму. Нормально. Армора много не бывает. Да, конечно, а там Дазл, там Faceless Void тоже с руки бьет. Ну, ульта через 15 будет. Лошара. Так, а эта штука Damage Staking. Сейчас Сэмка еще верну. Или не верну, недалеко я. Так, а я вот что-то забыл, как там работает damage. Флюс-процесс-захировский. У них есть вижен на нижней руне. О, Void. Damage. Так, короче, гайс. Суппорт Хускар топовый перс вообще. Ну, с тремя баклерами-то. Слыхали про такого? ГГ. Все, ГГ. Нихуя он стриганул. Ты просто только что зафилил его на полтагона. Сэмку был? Конечно. С вами меня скачешь? Блин, на скорости, это мне к вам надо. Тавер, хер с тобой, я иду, парни. Парни, я иду. Мы ждем. Я уже здесь. Это без купола. А, ты с другой стороны. Сдохни, тварь. Хорошо. Кто там еще? Следующий. Цемочка, давай. Давай. Кто такие? Давай. Что за баш? What the f баш? Go fuck yourself. Фейк-гигер? Да. Так, короче, чего-то не хватает мне в этом этим билде. Еще одного баклера? Да не. Жизни, что ли? О, вот! Два стула, Веш. Как что называется, Виндекс, слышишь? Да, да, да. Два стула, те самые. Не-не-не, зря. Понял, ошибся. Мисандерстендинг. Называется мисандерстендинг. Я что-то не стал ничего говорить. Так, что-то у меня хп много. Иду зажарю внизу этого дича. Он хитрый, походит. Ой, а вот тут еще два дича. Конь вижу. Я вижу. Может, верну СК, не знаю. Не бойтесь, бить не застрял. Блин, сейчас, кстати, эта штука очень круто восстанавливает. О, Дазил. Могу скорости дать. Давай. А Саринс будет ему? Видал, видал, Дагер? Как умеет. Сейчас куполирование. До куполирования бак... баш... Да. Не-не-не-не-не-не-не-не! Тормози, тормози, брат! А, не, все, пизда, он, суки, я пошутил. Нет, стоп, 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 братишка, братишка. Все свои, тихо, тихо, тихо. Сейчас верну. А, у меня минус армора нет, давайте, вперед, 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 вперед. Домой. Трипл, четверипл, пятерипл килл, все мои. Фура топ пушит. Бокс. В тем временем, meanwhile.
И не испушит. Так, гайс, тавр на мужика делаем? Нет. А я делаю. И баклер прожал. Так, что-то у меня мана нет. И бах, подольешь? Да. Спасибо, спасибо. Спасибо. О, боже. Слушай, вдвоем сможем на скеле? Иван? Ну, возможно. Давай, Саница, давай. Нет, только... Да ничего страшного. Главное, они на меня врываются, а ты как лев сейвишь меня от вайда, а я всех остальных убиваю. Не, лучше дазл убери нахер. Хорошо. Хотя он вряд ли будет врываться с чего-то быстрого. Ну, короче... О, ебать, ошибочки. Ага. Так. Ага, всё, это дазла домой? Тут не было, короче. О, танцует. Танцует, смотри. Идите вы нахер. Иван, за малым. За малым. И сейчас за малым Митя этот не выжил. Опа! Он что-то знает, но... Господин Dance in Trance тоже что-то знает. Оказывается. Похоже, что он образование. Да. Короче, ребят, баклер имба. Просто имбаланс. Согласен. Не знаю, лучше артефакт в доте. Его просто не придумали еще. Вообще, это не баклер, это отныне сиськи. Нападение, Фурион, да? Тут-то Фурион и понял, что что-то он не так сделал. А, ну все, Skyrest Mage имба, ребят. Упи. Командная команда. Сейчас начнется Хускар, имбаланс, он не умирает. Хотя не, я умираю все-таки. Че я несу такое? Хотя, когда у меня Халиберда появится, вот там мы и поиграем. Бам-бам-бам-бам-бам-бам. Если бы еще ульта ему жизни не отнимала, что-нибудь другое дело, было бы вообще здорово. Хотя не, нормально. Это почитай его описание. Да, он там я рассказывал сегодня. Вот там дазл не очень любит. Да? Да, вообще говоря, знаешь... дазл его резнул, немного изменил, и тем самым он сделал так, что теперь Хускар не станет богом после смерти. И должен будет вечно служить, поэтому он съебал и пошел искать того, кто может удовлетворить его нужды. Ты знаешь, я тебе так скажу, то что... О, враги. Короче, я что хотел сказать-то? Ой, да идите вы нахуй. Вот фраг. Да иди ты нахуй со своими башами. Короче, мне тоже не очень дазл-то нравится. Это у вас семейное. Просто я, блядь, ни меку не могу дать сразу после купола. Я ни интервитарити на себя накинуть не могу. Там, а таки в чем проблема? Да таки он от сраной баши свой дает мне, я таки не знаю, что делать. Чьи баши? Такие баши, никаких... баши. Нет никаких башей. Какие нету, как это нету? Че, вбиваемся на книга? Дазл, дядя Хуска. Дазл, пи, да, раз. Вот, я вам дазл, цемка, у меня двое на меду были. Сыграли же. 40-то. Просто дагер ему. Короче, я закончил свою хилиберду на топе, гайз. Я таки ее закончу. Урнаф из Ивангард, все есть. Блейдмейл также есть. Да, чуть-чуть новых слотов получается. Так, а ты куда собрался? А, не, куда я собрался.
Так. Так, он этот пора выключать уже. Вот это. Хлеберда. Купить, завернуть. Ага, вот так, вот так. Вообще я видел одну игру на самом деле. Китайскую. Там Хускар был и Блудсикер. Вот это я вам скажу, герои будущего. Такие твари просто. Отстань. Блин, так а чё, вы их всех убили, что ли? Да. Да? А я чё делать буду? Не знаю. Ну ты купол выманиваешь. Я выманил. Не, я, да. О, мне нравится минус 24 армухи, было только что так приятно. Вот поэтому Хускар не любит Дазла. Особо нет причин его любить за это. Какая-то мудила физатак и все бьет, и купол ставит. И уже далеко не ресает. Почему если Хускар... А, ну покой не может обрести, сдохнуть-то он может, очевидно. Это уже проверено, ребят. Хотя давайте посмотрим, может ли Хускар сдохнуть. Парни, посмотрим, давайте. Давай. Давай, смотрим. Хускар, обрети покой, брат. Ай, не надо, пожалуйста. Опа. Походил, не может. О, сейчас там 9 стаков. Все, отлечивайся, мудила. А ты шо? Бип-бип. Бип-бип. Тут, блядь, тут минус армор. Просто минус 40 брони делает персонаж его. Блин, жалко баклеры по отдельности нельзя прожимать. Было здорово. Было и не край. Плохо. Окей, ну ты бы хоть раз меня подхилил, я не знаю. Ты же конь. Ну так сначала, ну, коня, нас... потом... Дарьяному коню в зубы не смотрят. Так, почему я под фонтаном? Да, нормально. Потому что ты мне урну не дал. Выходит, что так. Я вот смотрю на кубку. О! О! Смотри, слушай. Алох, не бойся. Не бойся. Не, все, бойся. Походу, бойся. Алоха, да? Ой, вот, значит, как. Виндекс. То есть, видишь, вечерами изменять тебе и играет по опции с Алохой. Все понятно. Ты же понимаешь, что я не со зла это. А потом нам пишут, а можно заменить одного игрока на Star серии. Пока еще сезон не стартанул. Все понятно. А минус арморка-то кончилась. Сюда иди. Ага. Факер, ну давай, есть двое, все, два саппорта, два на два. Хорошо. Бля, Виндекс, почему я тебя путаю с Алохой? У тебя что-то. Не знаю. У тебя что-то было. У меня разве голос похож? Так нет, но я почему-то путаю тебя с ним. Это уже твои там похождения. Блин, ты МПшечку не залил. Да потому что у тебя ник сложный, мне приятнее называть тебя Алохой. Может так и будем? Слушай, может проще ты переименуешься? Алох. Ты прогуляешься. Алох. Ну ладно, ладно, ладно. Все, все, заканчиваю. Ну ладно, ладно. Все, я пустил скупую слезу. Ну ладно, ладно, ну что ты, ну что ты, ну. Так, я хочу две ульты жарить. А лучше три. А куда он у тебя? Сколько секунд? Ой. Так, а где она? Точнее, даже не так, а почему она пропала?
Бревна тоже надо брать. Ну маны не так много у тебя. Ой-ой-ой. Так, Войд, прекрати. Так, надо что-то заменить. Баклер мне нравится. Вы тут фанитесь, а тут Т2 еще стоит. Что бы такое купить-то себе? Иван, я видел, как ты пристопил атаку. Короче, надо Тарасыч. Сколько Тарасыч стоит? 5500. У меня столько нет. Ладно, куплю себе бумагу, а там как пойдет. Вот задрот. Хотя, а что если я заберу Эншентов? А ты можешь стопи убить Фуриона. Так он улетит от меня. Дай ему стан. Часто, да, давай. По-моему, он полетел. Все знаем. Не. Бах, 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 бабки. Рекут текой. Дайте, пацаны. Ой, слышишь? Я о чем? А прикинь, там вот Сэмка стояла и ее не стало. Виндикс, ты чего разбушевался-то? Короче, ну реально намного дольше говорить Виндикс, потому что это вот DX. Дикс. И, она лишняя. Ты можешь звать его Дикс. Виндекс. Я пытался Виндекс, но это проще себе десна как-то поцарапать языком. Просто Дикс. Виндекс. Виндекс. Дикс. О, в натуре Дикс. Дикс. Нормально так? Дикс, Дикс. Дикс. Не знаю. Не, хотя Дикс какой-то такой. Вот у Шача забасыник. Шач, Шачло, Шач. Не, не то, что у тебя плохой, я не в этом смысле, просто тяжело говорить. Так ты вот к логопеду сходи, я не знаю. Можешь звать его просто Призумно. Папа. Поход. Папа. 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 Или малыш. Окей. Просто знаешь, это как по-пидерски было бы. Обнялся с Сэмкой. Так, гайс, под фонтан идем? Да-да-да, сейчас у меня тут есть одна заготовочка. А ты не обманешь? Вот она. Блин, мне не хватает денег, чтобы купить кое-что. Хотя я сейчас квикбай поставлю. Есть у нас стан какой-нибудь, чтобы... У меня сейчас есть. Сейчас достанем всех. Готов? У меня есть стан, погнали. Готов. Багдад. Давай, 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 наки, хорошо. Действительно хорошо. Да, а, блин, вот это еще, вот это еще надо. У меня плейтмейла не было, у меня мало резистинга было. Че там замахиваешься? Блин, если бы я хоть один фраг сделал под фонтаном там. Или я, может, один сделал, надо было два. Короче, купил бы плеть мел, я бы жил. Кларик. Смотришь, что сейчас с Инкингом будет? Так. Ага. Это ты два поставил? Да, твоего? Два. Хорошо. О, слушай, так а тебе надо просто, это, банок побольше. Ну, не слушаешь ты меня. О, мискликт. Опа, бабочки, бабочки. Хлоп. Гайс, не доламывайте трон, я хочу еще раз под фонтан. Давай, Андрей, мы ждем. Все, я пешочком. А, пешочком? Присумуйте, пожалуйста, меня. Не дотянуть. У нас нет варлоков в пати. Ребят, динайте, динайте крипов. Давайте, ребят, навались. Давай, я скоро буду. Андрей, все для тебя. И не убивайте их, парни, пожалуйста. Три это мало. Винкс, ну ты чего? Да, да, я ману хочу. По-братски же. Я уже тут батло столько выкинул. Крипов постопьте, пожалуйста, здесь. Ну что-нибудь сделайте, блядь! Короче, я не успеваю. Все плохо. Если бы у нас был лич в команде, было бы нормально. Лич с Энигмой. Только что с тележками делать, не знаю. Андрей, ты успел подойти? Глиф! Глиф. А у них уже проюзан. Андрей! Андрей, крипы тебя засейвили! Да ну, получается? Так, фонтан, бей меня, бей!
Поехали. Ну, ой, ладно. Он не сдох. ПКВП. Нормально, нормально, я фрагов накупал. 33 на 30, 73. Сколько у тебя? 30-очка есть? О, 31. 31, 3, 21. Довольно-таки обычный счет. Он нормально не...